В тройку лидеров вошла алматинская команда школьников по итогам 5-го республиканского военно-патриотического сбора «Айбы». Ребята блестяще продемонстрировали солдатские навыки. Сбор автомата Калашникова на время, стрельбу из пневматической винтовки, метание гранаты. Соревнования юных патриотов проходили в течение недели на полигоне учебного центра «Спасск» Карагандинской области, где собрались 38 команд. Алматинцев торжественно встретили дома на железнодорожном вокзале. Военно-патриотическая игра прошла в рамках Года молодежи. Старт соревнованиям дал президент Касым-Жомарт Токаев. Конечно, было очень много команд и была достойная конкуренция. Но мы достойно выиграли 3-е место. Мы все очень рады, у нас была очень дружная команда. Благодаря этой команде, конечно, благодаря нашему общению, благодаря нашему дружелюбию, вот мы выиграли вместе с командой. Было трудно? Да, была вот жесткая конкуренция, но мы постарались и выиграли. Наша дочь 3-й год участвует на этих состязаниях. Вот. Огромное спасибо всем организаторам, потому что я считаю, что эти состязания отразились полностью даже на учебе, на личной жизни нашей дочери. Вот. Она успевает, постоянно занимается спортом, постоянно совершенствуется. Вот. Это не только военно-патриотическое воспитание, это дисциплина, вот. Это самовоспитание, это огромный жизненный опыт детей.